Каждый год от ишемической болезни сердца и инсульта в мире умирает 12 миллионов человек. Чтобы остановить ишемическую болезнь сердца, делают аортокоронарное шунтирование. Оно восстанавливает доступ кислорода к сердцу. Жизнь человека спасена. В Казахстане каждый год делают больше 1000 бесплатных операций по аортокоронарному шунтированию. Каждая такая операция обходится бюджету почти в 2 миллиона тенге. В системе обязательного медицинского страхования размер отчислений от средней заработной платы менее 2500 тенге в месяц. Это в 800 раз меньше, чем цена одной операции по шунтированию. Наша солидарность и наш вклад делают возможным проведение тысячи таких бесплатных операций. Тысячи казахстанцев получают новую жизнь благодаря нам. Пакет услуг обязательного медицинского страхования покрывает 200 видов дорогостоящих высокотехнологичных операций. Фонд медицинского страхования. Медицина для всех.